На домашнем турнире уссурийская хоккейная дружина ветеранов завершила соревновательный сезон. Официально подвести итоги прошедшего года смогли лишь 4 команды. Хоккеисты представляли Владивосток, Чугуевку, Спасск Дальний и Уссурийск. Местная команда ветеранов в этом сезоне не сумела подтвердить свое звание чемпионов на краевых играх ночной хоккейной лиги. Их обошли хоккеисты Вольфрама из поселка Восток. Они представят Приморье на всероссийском финале в Сочи. Но уссурийским тиграм унывать времени не было. Цель – завершить сезон с победой. Тем более на домашнем турнире. Уровень хоккея растет, поэтому все хотят выиграть. Естественно, и наш уровень поднимается. Конечно, учтем ошибки этого сезона. Нужно подыскать еще несколько игроков, которые помогли бы нам вновь выиграть и завоевать поездку в Сочи. Уссурийские «Тигры» вырвались вперед. Сезон местные хоккеисты закрыли победителями. На втором месте оказались игроки из Чугуевки. И бронза досталась спортсменам из Спасска Дальнего.